Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сегодня я вам покажу, как изменить язык на телефоне Nokia 4.2. Заходим в настройки. Система. Нажимаем язык. Языки. Допустим, выберем какой-нибудь язык. Испанский пускай будет. И перетягиваем его на первое место. Вот и все, язык поменялся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До новых встреч!